Я узнал правду о тебе, как только увидел тебя. Какова правда обо мне? Эта женщина – чудовище. Она не твой друг. У нас есть двое суток, чтобы заставить эту женщину рассказать нам все, что она знает. Это сработало для вас. Все работают на нас. Рано или поздно. Я разочарован в тебе. Создается впечатление, что ты позволяешь эмоциям одолеть себя. Запланирована крупная атака. Они используют тебя как пешку. Кто сказал, что ты сама решаешь, что хорошо, а что плохо? Пока есть хаос, есть и возможности. Возможность для чего?